Летняя закуска, такая как хей из кабачков, будет актуальна для запеченного мяса на мангале или гриле, для отварной курицы и картофельного гарнира. Блюдо получается сочным, вкусным с чесночной ноткой. Если вы никогда не готовили это овощное блюдо, то вы несказанно удивитесь его пряному вкусу и обязательно запишите рецепт себе в кулинарный ежедневник либо сохраните в закладках. Хей из кабачков можно подавать не только в будни, но и на праздничный стол. Кабачок молодой, 1 штука, крупный. Морковь, 1 штука. Перец чили, 1 штука. Чеснок, 2-3 зубчиков. Приправа для моркови по-корейски, 0,5 чайных ложки. Соль, 2 щепотки. Перец черный молотый, 2 щепотки. Масло растительное, 1,5 столовые ложки. Уксус 6%, 1 чайная ложка. Петрушка, 0,25 пучка. Количество порций, 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите морковь от кожуры, промойте в воде и натрите на терке для моркови по-корейски. Очистите чесночные зубчики от шелухи, промойте. Раскалите сковороду, влейте на нее растительное масло, высыпьте морковную нарезку, спрессуйте чесночные зубчики и высыпьте приправы и специи. Жарьте ровно 1 минуту и выключите нагрев. По желанию на этом этапе вы можете добавить и нарезанный репчатый лук, если любите такой овощ в хе. Промойте молодой кабачок или несколько овощей в воде, срежьте хвостики и нарежьте плоды лентами с помощью овощечистки. Выложите в глубокую емкость кабачковую нарезку, добавьте обжаренную морковь. Промойте свежую зелень кинзы или петрушки, измельчите вместе с острым перцем, очищенным от семян, добавьте в емкость и перемешайте, влив уксус. Поместите емкость с содержимым на холод примерно на 30 минут, но чем дольше оно будет настаиваться, тем вкуснее получится блюдо. Затем выложите хей из кабачков по-корейски на тарелке или в салатник и подавайте к столу.